5 октября Воркутинский политехнический техникум отметил свое 75-летие. Это первое профессиональное учебное заведение нашего заполярного города. За эти годы было подготовлено около 25 тысяч специалистов. Сейчас в техникуме готовят рабочую смену и руководителей среднего звена по многим востребованным на сегодняшний день специальностям, от сисадмина до электрослесаря подземного. В техникуме у нас идет подготовка по 17 направлениям. Из них мы сейчас пока в республике единственные, которые готовят по 7 направлениям из перечня топ-50. У нас есть бронзовые и серебряные медалисты WorldSkills международного конкурса «Молодые профессионалы». Мы являемся площадкой по робототехнике республиканской. Достижений у нас очень много. Это все благодаря коллективу Воркутинского политехнического техникума, потому что сам педагогический коллектив очень высокопрофессиональный. И, как я всегда говорю, 50 на 50. 50 те, которые имеют стаж работы свыше 20, и молодежь, которая вливается и приобретает опыт наравне с наставниками. И у нас замечательные студенты, креативные, творческие, инициативные. Во всех конкурсах они занимают призовые места. Действительно, какую область ни возьми, культура или техника, программирование или кулинария, студенты ВПТ всегда впереди. В конкурсах, на фестивалях только и слышишь, что неоспоримое преимущество за Воркутинским политехническим техникумом. Я очень рада, что мне довелось работать в Воркутинском политехническом техникуме. И сегодня 75-летие для меня как мой родной праздник. Поэтому позвольте поздравить всех моих коллег, студентов с большим юбилеем. И вдвойне радуюсь тому, что, несмотря на технические профессии, огромное количество одаренных творческих студентов, с которыми каждый день работаю, каждый день вдохновляюсь и каждый день делаю новые открытия. В рамках юбилейных мероприятий в техникуме прошли флешмоб студентов-первокурсников «Мы себя еще покажем», презентации студентов общественных объединений, работа юбилейной выставки «Наши достижения» и, конечно же, праздничный концерт. Я студентка второго курса по профессии повар-кондитер. Я очень люблю свой техникум, в нем самые лучшие преподаватели, мастера своего дела. Я люблю свою профессию. Каждый преподаватель доносит нас свою профессию как любимое дело. То есть каждый преподаватель любит свое дело. Пройдут годы, ребята получат интересные и нужные профессии. Кто-то уедет из нашего города, кто-то останется здесь. Но они всегда с благодарностью и легкой грустью будут вспоминать время обучения в Воркутинском политехническом техникуме. И кто знает, может, лет через 15-20 уже дети сегодняшних студентов войдут в учебные аудитории ВПТ, чтобы продолжить складывающуюся династию. Вячеслав Ирин, Антон Бурнасов, Геннадий Князев, телекомпания ТНТ «Воркута».